dvhub.ru. Я был немного опытнее соперника. В общем, все как обычно. Сделал как надо. Выиграл. Единогласно решение сегодня. Сначала надо смаковать. Вначале, да. Немножко на эмоциях. Пацаны как бы начали проигрывать. Я что-то так немножко разозлился как бы за них. И начал немножко активно. Потом успокоился. Ну и уверенно, в общем-то, отбоксировал. Все. Саш, какие у тебя планы на будущее относительно бокса? Я не знаю, какие планы, как получится. Как звезды лягут, так все и будет. Наверное, вот так вот. Да, конечно, после 18 по мужикам планирую. Может, что получится. Я провел один бой, проиграл опытному сопернику, но он был немного тяжелее. Но, получается, на чемпионате Дальнего Востока третьим стал. Я проиграл. Ну ничего, не расстраиваюсь, буду дальше стремиться тренироваться, завоевать первые места. dvhub.ru